Друзья, всем привет! В этом обзоре тоже хочу вставить свои 5 копеек насчет прижимной гайки для болгарки. Все знают гайку на болгарку под стандартный ключик, да, вот такой вот. И нужно попасть вот в отверстие у этой шайбы прижимной, да, вот эти отверстия. Причем все производители делают два отверстия под такой вот ключ и два отверстия под ключ более широкий. И не всегда эти ключи могут быть под рукой. Кто-то привязывает их на провод, с собой таскает. Бывают гайки разные, вот эти шайбы. И плюс ее заклинивает, если, да, то невозможно потом вот таким ключиком фланцевым открутить. Вот эти вот выгибаются и ломаются, вот эти рожки. И есть альтернатива, ну все уже об этом знают, все рассказывали на многих каналах. Вот такая гайка, она... независимо вращаемая шайба и гайка. И вот тут завальцована. Вот она не позволяет диску заклиниться. Ну, и гайка не прикипает. Плюс рожковый ключ у всех всегда есть под рукой. Так, вот я сейчас покажу. Диски я принципиально ставлю всегда, лично я ставлю вот этой вот шайбой, вот этой вот железной шайбой к фланцевой шайбе. Вот этой вот. Ну, я считаю, так правильно. Вот. Вот так укладываю. Вот. И закручиваю вот этот вот. И просто затягивается. Просто затягивается. Ну, как все затягивают диск. Вот так вот. Раз. Чуть-чуть. Все. И работается спокойненько. Вот она такая вот. Гаечка, шайбочка. И вот в случае заклинивания она отпускается простым рожковым ключом. Вот, 22-й ключ. Вот сюда. Раз. И открутил. Также можно любую накидную головку. Накидной ключ любой. Вот. Раз и открутил. И она отпускается, сама гайка. Если она сильно заклинилась, да, вот, раз, и все, и легко, очень легко, вот, откручивается. М14 резьба. Можно самому, конечно, колхозить, продаются отдельно вот такие вот гайки М14 и просто шайба, и не завальцованная, отдельно шайбу, отдельно гайку прикручиваешь, и все, ну, потеряется так, а так не потеряется. Я считаю, что хорошая альтернатива вот такой вот гайке, шайбе. Эта шайба, вот она по толщине, вот смотрите, тоньше, но она легче и надежнее. А это какая-то такая, она толстая, тяжелая, ну, ничего из себя такого не представляю. Несмотря на то, что вот эта родная бошевская шайба, вот эти отверстия в ней просверлены асимметрично все равно, неравнозначно, не точно, в общем. Вот смотрите, сюда, сюда, и вот такими вот ключами, ну, не всегда удобно. Вот такой вот есть еще. Я вообще вот этим не пользовался. Это он ничего не откручивает, выскакивает всегда. Вот эти вот, вот эта штучка, она никогда не держится, как не затягивая вот этот вот, эту гаечку. Все равно расходятся вот эти усики, рожки. Вот. А этим ключом, 22-м, всегда открутишь, прикрутишь, всегда у всех есть под рукой. Вот на этом все. Вот такой вот обзорчик. Ставил свои 5 копеек в виде этой шайбы. Всем спасибо, всем пока.